Если поставите 1000 лайков, нам будет чертовски приятно. MTV Movie Awards 2021. Привет, это Top Watch. Сегодня мы решили тебя порадовать обзором церемонии вручения наград MTV 2021 года в области кино и телевидения. Хочется напомнить, что мы продолжаем стараться выпускать интересный контент специально для самых преданных наших подписчиков. И если ты хочешь помочь в развитии канала, поставь лайк этому видео и напиши комментарий. Это нам очень поможет. Погнали! В номинации «Лучший киногерой» представлены Тиона Перис, Ванда Вижн, Педро Паскаль, Мандалорец, Галь Гадот, Чудо-женщина, 1984, Джек Куэйд, Пацаны, Энтони Маки, Сокол и Зимний солдат. Лучший киногерой. И награду MTV получает Энтони Маки за роль в сериале Marvel «Сокол и Зимний солдат». В номинации «Прорыв года» представлены Реге Жан Пейдж, Бриджертоны, Мария Бакалова, Борат 2, Пол Мескал, Нормальные люди, Антония Джентри, Джинни и Джорджия, Эшли Парк, Эмили в Париже. И статуэтка MTV, конечно же, уходит Реге Жан Пейджу за роль в сериале «Бриджертоны». В номинации «Лучшая роль в сериале» представлены Элизабет Олсен, Ванда Вижн, Эллот Пейдж, Академия Амбрелла, Эмма Корин, Корона, Аня Тейлор-Джой, Ход королевы, Микаэла Коул, Я могу уничтожить тебя. Лучшая роль в сериале. Золотой попкорн получает Элизабет Олсен за «Ванда Вижн». В 2021 году специальную награду «Признание поколений» за достижения в области кино и привлечение наибольшего внимания для аудитории канала MTV получает самая сексуальная актриса современности — марвеловская «Черная вдова» Скарлетт Йоханссон. В номинации «Поцелуй года» представлены Джоди Комар и Сандра Оу, «Убивая Еву», Лили Коллинз и Лукас Браво, «Эмили в Париже», Матрея Рамакришнан и Джарен Льюисон, «Я никогда не», Чейз Стоукс и Мэдлин Клайн, «Внешние отмели», Реге Жан Пейдж и Фиби Дайновер, «Бриджертон». «Поцелуй года». Награду получают Чейз Стоукс и Мэдлин Клайн за лучший поцелуй в сериале «Внешние отмели». В номинации «Лучшая комедийная роль» представлены Исса Рэй, «Небезопасные», Джейсон Судейкис, «Тед Лассо», Лесли Джонс, «Поездка в Америку 2», Эрик Андре, «Приколисты в дороге», Энни Мёрфи, «Шитс Крик». Лучшая комедийная роль. И статуэтку получает Лесли Джонс
за роль в фильме «Поездка в Америку 2». В номинации «Драка года» представлены «Финальная битва из Лиги справедливости», «Финальный бой в доме развлечений из хищных птиц», «Битва супергероев из сериала «Пацаны», «Финальная драка из сериала «Кобра Кай» и «Супербой Ванды против Агаты» из «Ванда Вижн». Драка года. Ну, конечно же, золотой попкорн от MTV отправляется в очередной раз к сериалу «Ванда Вижн». В номинации «Лучший экранный дуэт» представлены Кристин Вит и Энни Мумоло, Барб и Стар, едут в Виста Дель Мар. Энтони Маки и Себастьян Стэн, Сокол и Зимний солдат. Педро Паскаль и Грогу, Мандалорец. Лили Коллинз и Эшли Парк, Эмили в Париже. Саша Барон Коэн и Мария Бакалова, Борат 2. Лучший экранный дуэт. И награду MTV получают Энтони Маки и Себастьян Стэн за роли в сериале «Сокол и Зимний солдат». Специальную награду «Гений комедии» за достижения в области кино и комедийное наследие от канала MTV получает самый неоднозначный комик современности Саша Барон Коэн. В номинации «Злодей года» представлены Юэн Макгрегор, «Хищные птицы», Кэтрин Хан, «Ванда Вижн», Николас Хоулт, «Великая», Джанкарло Эспозито, «Мандалорец», Айя Кэш, «Пацаны». Злодей года. И статуэтка MTV, конечно же, уходит Кэтрин Хан за роль Агаты в сериале «Ванда Вижн». В номинации «Испуг года» представлены Винс Вон, «Дичь», Джорни Смоллет, «Страна Лавкрафта», Виктория Педретти, «Призраки усадьбы Блай», Симона Браун, «В ее глазах», Элизабет Мосс, «Человек-невидимка». Испуг года. И золотой попкорн получает Виктория Педретти за роль в сериале «Призраки усадьбы Блай». В номинации «Музыкальный момент года» в этом году все сводится только к двум номинантам. Итак, представлены «Stand by Me» из фильма «Любовь и монстры» и «Edge of Great» из сериала «Джули и фантомы». «Музыкальный момент года». И статуэтку получает композиция «Edge of Great» из сериала «Джули и фантомы». В номинации «Лучшая роль в фильме» представлены Кэрри Маллиган, «Девушка, подающая надежды», Чедвик Боузман, «Ма Рейни, мать блюза», Дэниел Калуя, «Иуда и черный мессия», Саша Барон Коэн, «Суд над Чикагской семеркой», Зендея, Малкольм и Мэри. Лучшая роль в фильме. И премия посмертно вручается Чедвику Боузману за роль в фильме «Ма Рейни, мать блюза».
В номинации «Фильм года» представлены «Иуда и черный мессия», «Борат 2», «Всегда и навеки», «Душа», «Девушка, подающая надежды». И одну из главных наград вечера забирает фильм «Всегда и навеки». В номинации «Сериал года» представлены «Ванда Вижн», «Пацаны», «Эмили в Париже», «Кобра Кай», «Бриджертоны». И сегодня уже в очередной, четвертый раз награду получает сериал «Ванда Вижн». Ну что ж, это был обзор церемонии вручения наград MTV Movie Awards 2021 года. Если тебе понравился этот ролик, то не забудь подписаться на наш канал и поддержать его лайком. Удачи и до новых встреч на канале Top Watch!